Вот, здравствуйте, дорогие друзья. Я уж тут высаживаю по ходу пьесы, так сказать, сразу ролики снимаю. Вот следующий томат кладу. Я не учу, я просто показываю, как я делаю неправильно. Ну, в связи с тем, что мне задают вопросы, сколько, ну, как у вас помещаются столько томатов там. Вот, я объясняю, что я неправильно сажаю, я сажаю очень густо. Но я за это и расплачиваюсь тем, что я живу в теплице. Я постоянно пасынкую. Я сажаю вот индетерминантные настолько близко, вот, наверное, сантиметров 20-25 у меня разница. Но стараюсь выбирать не микадо, ну, не жирные такие сорта, а плачущие. Вот, сердечные, знаете, они более, у них они тонкостебельные, и вот тоненькие стебли я сюда на боковухе сажаю. И еще, значит, такой вот нюанс. Вот видите, как я их посадила? Вот этот встанет томат, и вот от него, вот примерно вот так вот, я уже понимаю, как он встанет, вот здесь он будет стоять, я от него отступаю. И вот так вот буду выкладывать, вот где у него макушка, вот так вот зафиксирую. И вот сюда я поставлю стакан. Вот так. И вот такое расстояние будет между этими растениями. То есть вот так вот я его положу на север. А мы идем на север, а мы идем на север. Вот так. И они у меня будут вот так вот таким вот способом лежать. То есть вот видите, какое маленькое расстояние. Я за это поплачусь тем, что я здесь буду жить. Я предупреждаю, я не учу. Я делаю неправильно. И еще, значит, что как здесь будет. У меня потом пойдет второй оборот. Это боковуха. Здесь вырастет 3 кисти. Я завершкую. Значит, на первые две, ну, первую кисть мы съедим, со второй примерно, это будет где-то июнь-июль, мы съедим, мы будем заготовки делать, и я соберу семена, и между ними уже я посажу второй оборот. Это я вырву, и потом между ними уже будут, значит, где-то в 10-х числах мая я буду сажать еще один оборот семян. Вот эти сорта уйдут, а между ними уже будут расти следующие. Вот такой вот у меня оборот идет. Ну, кому было полезно, буду рада. Всего доброго.